У берегов Сахалина, где третьи сутки ведутся поиски моряков с пропавших рыболовецких судов, сегодня был обнаружен пустой спасательный плот. Надежды найти людей живыми все меньше. В районе поисков сильный шторм. До сих пор не установлены владельцы. Предположительно, это некая иностранная компания, которая находится в Южной Корее, но ее представители не выходят на связь. Выяснилось, что суда постоянно меняли флаг и порт приписки, а одно из них и свое название. Сейчас это «Адекс». В составе экипажа, который находился на борту, были жители Сахалинской области и Приморья. Оно находилось в море, по данным, по последним сведениям, вышло из порта в Японии. И на борту его, по нашей информации, находилось 16 членов экипажа. Судно «Норд» на данный момент у следствия не имеется достоверной информации, подтверждающей выход данного судна в море. В этой связи уголовное дело возбуждено по факту крушения судна «Адекс». О пропаже судов стало известно в воскресенье, когда были найдены их аварийные маяки. Сигнала СОС команда не подавала. Во время поисковой операции нашли несколько гидрокостюмов, спасательные жилеты, фрагменты палубы. В транспортной прокуратуре считают, что произошло кораблекрушение. Поиски продолжаются.